здравствуйте. С вами я, Кирилл Блок, и это эксклюзивный материал на тему Харьковского трамвая на ХТЗ. Дело в том, что уже более 3 месяцев трамваи на этот микрорайон не ходят. Если вы помните, то в моем журнале выходил материал на тему о неработоспособности службы КТС, которые не работали над ремонтом. И сейчас, собственно, ничего не поменялось. Когда мы снимали предыдущий материал, там работников вообще не было. На этот раз замечено 2. Однако есть одна проблема. Дело в том, что существующий транспорт, который является коррегирующим и дополняющим, не справляется. То есть мы сейчас на дальнем плане мы видим автобус частного перевозчика Таймвира, который является дублирующим маршрутом 204, и он не справился. У него банально сломалось сцепление в час пик. То есть явно, что трамваев реально этому району не хватает.